Деньги на уборку красноярских улиц, возможно, тратили не по назначению. Об этом сегодня заявил мэр города Эдхам Акбулатов. В деятельности специального автотранспортного предприятия нашли нарушения. Возможно, что средства, которые выделяли из бюджета, шли совсем не на уборку города. Куда расходовали деньги, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Администрация Красноярска уже направила заявление в правоохранительные органы, а руководитель этого СТП Сергей Бекиш отстранен от должности. Это плановая проверка. Плановые проверки должны касаться деятельности всех муниципальных предприятий. Поэтому это плановая работа, которая будет продолжаться в дальнейшем.